Всем привет, ребят. Ну что, закончили мы роллингом талантиков, немножко талантики выбили. Сейчас я решил поролить героев ему. У нас, я показывал, не хватает героев последних, причем Командора, Махатма, Рахатка, Бугимен. То есть это такие основные. С последних, чего у него нет, аккаунт, для тех, кто не видел, немножко донатный. Было здесь 211 тысяч самоцветов. Мы их тратим под акцию «Сокровищница». Не понял, что ее забрали? Да ладно. Называется «Потратили время, прошло». Вот это, ребят, так, вообще Баназа осталась, рубашкой вверх. Знаем редких героев. Ну, что я могу сказать, это, как обычно, русский сервер. Завтыкал, в принципе, это мой втык, что мы завтыкали. Но я все-таки продолжу, я ему Некроса и так заберу. Это, в принципе, не проблема, конечно, обидно. Хотя мы даже, может, и по-другому сделаем. Поехали, поехали, поехали. Будем дальше развивать аккаунт. Блин, обидно, конечно. Хотелось все-таки получить Некроса, но все будет. Не стоит расстраиваться. Поехали дальше нанимать героев. Будем сегодня ролить героев. Я показал, кого у него нет. Надеюсь, мы сейчас сможем хотя бы одного недостающего героя выбить. Окей, let's go. Студенистый. Ниндзик. Надеюсь, хотя бы роллинг будет хороший. Можно было бы это все потратить под другие акции, но я не люблю оттягивать это все на потом. Так, Химка Варлок. Рандомчик. Неплохо было бы ему вытащить Махатму. На английском сервере там Махатму уже... Анубис, вот так вот, ребят. Ну, круто. Это того стоило. Ему нужны и повторки. Возможно, он захочет второго прокачать. Седна. Рандомчик нас услышал. Дракос. Инди. Душек. Кинди и Дракос. Ну, это, конечно, все весело, весело. Ну, студеный, студеный. Сердцеедка. Давайте до соточки, и придется пуститься в рейды. Так, хранитель. Ну, одержимый. Химка. В принципе, ему нужны куча повторок. Нужно, так как аккаунт. Так, окей, поехали в рейдик. Да, обидно, обидно, конечно. Хотелось, блин, посмотреть на шансы. Ну, это такое. Хотя, что смотреть на русском сервере на шансы? Мы и так прекрасно знаем, что у нас на русском сервере, блин, ничего хорошего. Это вот, если бы на китайке, блин, эти самоцветы были, мы бы там нормально потрешивали. Так, let's go, малышник. Дракула, смотрите, что делается. Бульдозер, Атлантикор, рыцарь, бог грома. Вот это жесть. Сразу 4 героя. Суккуб. Такая серия с ненужных героев. Варлок. Ну, блин. Рандомчик. Асурик.
Асура у него есть, повторка, разве что я не помню, у него, по-моему, Асурик первой эволюции. Медуза, паладин. Ууу, жесть. Ну и Фрейю выбили. Отлично. Поехали. В рейд опять. Ну, конечно, роллинг неплохой получился, но, как видите... Ну-ка. Не хватает. Так, Дрейк. Блин, хочу хотя бы одного недостающего. Как-то вообще печально все получается. Укротитель. Суккуб. Малышник. Тяжело выбивать, вроде казалось бы, блин, куча героев, но посмотрите, с таких героев никто не падает. Дракос. ПБшка. Ну, блин, конечно, круто. Фрейя, Анубис, ПБшка. Куча таких героев повторок. Ну, хочется что-то такого. Прямо ж... Ух! Когда у тебя это все ух есть. Так, Триантик. Ниндзя. Давайте даже вот так вот пошаманим. Ну давай, 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 давай. Опа. Не. Только вот это вот шаманство, я не знаю. Он ничего себе, друида, ребят, все. Мы нашли. Смотрите. Студенистый. Еще одна седна. Ну все, это топчик тактика. Капитан Рогатка. Ну, по-моему, мы выбили недостающего, я надеюсь. Надеюсь, это он. Ебой. Капитан Рогатку хотя бы выбили. Ну все, тактика работает. Приди. Не хочет. Еще разок. Не хочет. Ну? Нет. Видите, тактика не работает. Арташка пришел к нам, ребят. Только не помню, с какого раза, с 4 или с 5. Так, ладно. Давайте еще десяточку и... Это просто жесть. Ну что я могу вам сказать? Ну давайте уже добиваем эту десяточку. Фея Малышник. С вас, ребята, лайки. Офигенный ролик получился. Конечно, мы не выбили много недостающих, но мы выбили интересных, я считаю, героев. Ну это рандомчик. Рандомчик. Шик. Ну и пойдем ролить. Ролить сейчас героев, потому что говорю, и ролить героев уже заговорился. Давайте откроем рогатку еще и пойдем ролить талантики. Постараемся ему еще добить. Ну, конечно, две фрейки. Ну, кучу героев хороших выбили. Это в районе стака потратили. Так. Бег. Так, окей. Окей, 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 окей. Раскол, ну, такое себе. Тоже его можно, кстати, рогатки тыкнуть. Давайте на рогатки поролим. Замедление, рвение, священный огонь. Так. Ну давай, давай, давай.
Бастион, да что ты сделаешь-то? Опять замедление. Сюда можно поставить. Все-таки, как видите, лучше всего ролить таланты. Не знаю, как по мне, то это на стрелке. Это мне стрелок больше всего заходит с этого всего. Так, лучше вот это поставить. О, огненка еще одна. Ну, в принципе, можно поставить и на рогатку. Что у него еще такое интересное? Афинку можно и на афинку поставить. Но ей лучше что-то на домах, либо даже ту же самую ремку, если выпадет. Она сейчас восьмой ремкой будет более актуальна. Так, по башке мы поставили. Можно и одержимому поставить, но я не хотел бы одержимому ставить, лучше на урон пусть соберет. Давайте рогатки поставим. Поехали на нашего стрелка. 4 разбросик. С разбросиком. Так, тут стойкость. Сейчас кому-то допу влепим. Душику. А, у него был. Ну ладно, то в принципе не беда. А, поехали дальше. Сливаем самики в ноль. Изворотливость, блин. Ну, не буду я его никому ставить. Такс. Рекс. Почему четверка, блин? Что за подстава вечно? Где там наша Афина? Поставим Афине. Чё не пятерка? Так надо пятерка здесь. Падыш. О, бог войны, блин. Ну, я думаю, ставить Анубису. Даже так вот, пусть лучше будет так. Ему этот ожог тут нафиг не нужен. Отлично. Вот стрелок мне нравится. Для роллинга. ТУшка. Сейчас бы так еще порочный пакт, пятерочку. Так, выживание, грубая ремка. Ну да, еще пятерку. Рандомчик. Не хочется гнев. Ну, гнев ставим. Ставим кому-то допу. Сюда поставим. Пум-пурум-пурум-пурум. Так, ну давай, рандомчик. 8К. Ой, я уже начал за карты рулить. Просвещение. Так, ну, свет на Анубиса. Пятерка стоит. Так, кого он следующего такого? Так, рогатка. Афинку он так прокачает. Рогатка. Так, вольт такой. Вольт такой. У него вольт без таланта нормального. Так, а чё Минотавр? Минотавра, в принципе, он уже и так докачает. Давайте вольту. Хотя фиг его знает, кого он тут будет качать. Дерево.
Блин, и бабашки неохота менять. Ладно, оставлю на смене, пусть будет пока на смене, он определится, в принципе, сам сможет поставить. В общем, вот так вот, ребят, потратили мы 200 тысяч самоцветов, просрали акцию, ждите дальше следующего видоса с трешечком. Все, всем удачи, всем пока, комменты, лайки, участвуйте в еженедельных. Я побежал дальше.